И еще одно крохотульное видео на сегодня. Извиняюсь за освещение, если оно какое-то не такое. Но мы подошли с вами к окну как можно ближе, как и только возможно. Что я хотела бы вам показать и сказать, что здесь имеется набор сухофруктов, курага двух цветов и чернослив. Мне просто показалось, что это очень красиво все смотрится вместе. Я не знаю, можете ли вы разделить мою точку зрения, насладиться так же, как и я, вообще видно ли вам что-то. Вот, но меня привлекло это и захотелось даже это заснять. И лишний раз напомнить вам, что сухофрукты это очень вкусно и можно вполне заменить ими привычные вам сладости. Конечно, не забывая о том, что калорийность сухофруктов довольно высока, порядка 400 килокалорий в 100 граммах, поэтому кушать их горстями не нужно. Но если вы будете заменять ими конфеты, шоколадки, печенюшки, то тогда у вас значительно улучшится состояние вашего здоровья, потому что из того, что является атерогенным, ой, немножко неправильно сказала, хотя нет, правильно. Но, в общем, из чего образуется жир, того в сухофруктах меньше, чем в вышеперечисленных продуктах. В сухофруктах имеется только сахар в высоком содержании. Вот он сам калорийный, но зато нет никакого жира, ни вредного, ни полезного. А очень много сладостей, как я уже много раз говорила, и вы, наверное, слышали тоже много раз, содержат вредные трансжиры. Это большинство бюджетных печений, тортов, всего, что попало, шоколада. Хотя, собственно говоря, и дорогие печенья тоже могут их содержать. Ну, вот курага этого не содержит. Много раз я вам рассказывала про курагу. Вот пока, знаете, у меня очень большая сложность, единственная, наверное, это хорошо отмыть эти сухофрукты, пока я не придумала как, потому что я, конечно, стараюсь, водой мою, там, завариваю кипятком и так далее, но все равно иногда остается некоторый песочек. Это очень неприятно, но чистить каждую ягодку зубной щеткой, как я раньше делала, ну, я, в общем, тоже недостатки очевидны. Если у вас есть какие-то советы, как можно легко очистить сухофрукты до идеального состояния, я с удовольствием их прочитаю. Ну все, будьте красивы, здоровы, не забывайте о занятиях спортом, о чем красноречиво свидетельствует рисунок на этом новом полотенце. Правильно питайтесь и поверьте, что этого вполне достаточно, чтобы большинство людей было здоровыми, красивыми и, как следствие, счастливыми и довольными жизнью. Пока! Вот еще такой вариант в другой мисочке, более компактно и с изюмом. Правда, очень вам советую такую розеточку у себя на столе поставить, чтобы как только вы проголодались, захотели чайку, кофейку, чтобы у вас рука тянулась именно к таким сладостям. Вот, если вы вдруг подумали, чем бы вам закусить, чай или кофе, что, а вот у вас есть. И не нужна вам уже шоколадка, мармеладка, тортик и так далее. Ну скажите, правда, это очень красиво. Или мне одной так кажется? Ну, не может быть, чтобы ни одной так казалось. Напишите, что вы думаете.